Мы покушали, и смотрите, у нас каждый раз после того, как мы кушаем кашу, вот такая вот, мы все в каше, даже ноги в каше, руки в каше, все в каше. Сейчас буду вытирать его салфеткой влажной и переодевать. Всем привет! У меня сейчас обед. Буду кушать кастыбы, татарское национальное блюдо. Как-нибудь вам запишу рецепт. Если хотите, конечно, ставьте лайки. И вот у меня здесь еще компотики. Я наварила, чуть-чуть осталось со сливами. Буду обедать. И слив точнее. Девчонки, я сейчас, пока ребенок спит, решила тут начать делать заготовки, потому что у меня растет кабачок на огороде. Ну, как у меня, в общем, у родителей моего мужа. Вот, это у нас очень молодой кабачок, поэтому я просто подержала его в холодной воде немножко, порезала вот такими вот маленькими дольками. Тут у меня уже закипела вода, без ничего, без соли, без ничего. Сейчас я отправлю туда буквально на 5 минут, чтобы кабачок не утратил своего свойства полезного. И вытащу, и буду остужать. Всем привет, наконец-то могу появиться в кадре. В общем, мы едем погулять. Едем в магазин, и нам надо очень много купить, у нас все позаканчивалось, поэтому поехали вместе с нами, обязательно покажем наши покупки, да, сына? Вот так вот. Так что на улице у нас жарко, поэтому, в принципе, мы такие голенькие. Так, мы уже приехали, показываю вам, что купили. Взяли памперсы, троечку взяли и взяли четверку на вырост. Взяли салфетки солнцу. На попробовать мы такими еще не пользовались. Так, ушные палочки, паста, гель для душа. Здесь у нас альбени печеньки. Шоколадка Альбени, рисовая каша на столе, потому что нам уже на рисовую надо переходить. Шоколадки еще две. И взяли герберовское пюре попробовать. Ну, будем, когда вводить, потихоньку сейчас покупаем брокколи и фрутоняню взяли цветную капусту. Вот, в принципе, все, что мы набрали. Мы уже тут искупались. Знаете, какая у нас возникла проблема? Во-первых, нас кусают комары. Вот, на щечки укусили, на ножки. А сегодня я ему постригла ногти на ногах. Вот он вот так вот делает, и посмотрите, какая у нас нога вот эта. Она вся в царапинах. Вот, вся в царапинах. Короче, эта нога нормальная. Я заметила, что он, когда даже носки одеваешь длинные, эту ногу он не трогает, а вот эту прям снимает. Поэтому сейчас буду мазать бипантеном, бодик с длинным рукавом и штанишки надену, чтобы он не трогал. И носочки длинные. Вот. И вот этот укус тоже бипантеном смажу. Хотя он нам не очень помогает, в принципе, но так какие-то ранки заживлять пойдет. Поэтому все. Мы, кстати, купаемся всегда, независимо от того, во сколько мы приехали домой. Если у меня он не спит, то я его всегда купаю. Если он, правда, спит в дороге, уснул, я его не бужу, и он уходит в ночной сон. А так, вот сейчас сколько у нас время? Уже где-то полдевятого, мы искупались. Зато сейчас уже будем спать. Так, вернемся к теме прикорма.
пюре. То есть мы сварили кабачок, остудили его. Ну, в кипящую воду закинули на 4-5 минуточек, все высунули. Потом в блендере мы все перемололи до однородной кашицы. И я вот поместила в такие вот тары. Сейчас вытащила из морозильника и буду убирать в обычный полиэтиленовый пакет. Вот, это у меня кабачок так заморозился. Вот видите, он вытаскивается, все с ним нормально. В общем, такие вот дела. В принципе, все готово с кабачком. Нашу такую гвардию из пюрешек пополняет баночки от Гербер и Фрутоняня. Буду брать разные, чтобы понять, какой из них самый такой вкусный. Вот смотрите, здесь мы взяли цветную капусту. Вот, а здесь у нас брокколи. И что мы видим? Одинаковые, да? Что здесь брокколи, что здесь брокколи. Но здесь он чуть-чуть темнее. Поэтому мне кажется даже, что он здесь лучше. В общем, все у нас здесь до мая действительно, поэтому мы не скрываем. Кстати, не обязательно хранить это все в холодильнике, потому что с полок мы берем, они хранятся при температуре не выше 25 градусов. Поэтому вот такие вот дела. Я сейчас буду пить чай. Вот тут уже шоколадку себе достала. Я тут параллельно немножко убираюсь, потому что мы только приехали. Вот она, наша каша. Взяли опять Нестле рисовую. Попробуем, потому что гречневую кашу уже надоедает нам кушать. Вот такие дела. Все, в принципе. Буду чай пить и идти в люлю.